же время это осколок тоже Германии в Санкт-Петербурге, потому что само название Анненкирхе, оно уже намекает на то, что это, ну, есть здесь немецкое слово. Более того, улицы, которыми мы окружены, с одной стороны улица Фурштадская, с другой стороны улица Кирочная, они тоже в своем корне имеют немецкие слова. Фюрштадт значит «за городом», то есть когда-то эта улица, наверное, была в Ленинградской области, а Кирочная происходит от слова «кирхе». То есть Кирочная означает «улица церковная». Ну вот, собственно, вы в той церкви, которая и дала название этой улице. Прежде чем, я просто хочу вас немножко познакомить с этим местом. Мне кажется, вот человек что-то потеряет, если вдруг он сюда придет и не узнает, в каком он месте побывал. Не только увидит разрушенную стену, но соприкоснется с той удивительной историей, которая окружает это место. Скажите, пожалуйста, есть такие люди, кто у нас никогда до этого не был? Помашите мне ручкой. Великолепно, как много вас. Вот что я вам расскажу. Вы находитесь в древнейшем лютеранском приходе в Санкт-Петербурге. Он возник в 1704 году, через год после основания Санкт-Петербурга. Конечно, это здание, оно значительно моложе, но в то же время оно очень старое. Оно было построено в 1779 году известным архитектором Юрием Матвеевичем Фельтоном. Сам Юрий Матвеевич был нашим прихожанином. И кроме него приход известен очень многими прихожанами. Например, семья Фаберже сюда приходила на богослужение. Карл Брюллов когда-то стоял примерно на этом месте, где мы сейчас стоим с Гюнтером, и он здесь венчался. Декабрист Пестель, физиолог Лесгофт и многие-многие другие были прихожанами этой церкви. Но, к сожалению, наша история была прервана после революции, когда церковь была гонима. И лютеранская церковь была гонима особенно. До революции насчитывалось около 1000 лютеранских священников. В 1939 году был убит последний. И закрыт последний храм. Наш храм был закрыт в 1934 году. Он был перестроен, переоборудован под кинотеатр. За нашей спиной до сих пор остался экран, который нам об этом напоминает, что здесь был кинотеатр. Назывался он «Спартак». И, возможно, некоторые из вас здесь были на киносеансах. Есть такие, кто был на киносеансах? Да, и такие тоже есть. В 90-х годах кинотеатр переформатировался в рок-клуб. И на этой сцене выступали различные группы, от «Короля и Шута» до группы «Ленинград» и «Гражданская оборона» и тому подобное. На втором этаже, где сейчас располагается часовня, а перед выходом зайдите туда обязательно, там был бар, и вдоль лестницы стояли игровые автоматы. То есть, по сути, здесь было казино. Вот представьте себе церковь, где есть бар, казино, тату-салон здесь был, и на сцене играет «Гражданская оборона». И вот мы видим, знаете, как музыка, как, насколько она сильная, настолько сильно, деструктивно сильная, что вот такое использование храма привело к нынешнему состоянию, даже не нынешнему, было еще хуже. В 2002 году случился пожар, который практически полностью все уничтожил. Выгорела кровля и окна, здесь остались только стоять стены и колонны. 8 лет здание стояло без какой-то не было реставрации, и вот на том месте, где вы сидите, даже выросли деревья. И вот к чему привело такое использование. Но сегодня мы видим обратное. Была проведена реставрация фасадов, сейчас мы работаем над проектом внутренней реставрации, и в этом вы нам сегодня помогаете, потому что сегодняшний концерт полностью благотворительный. Все средства, собранные на этом концерте, пойдут на Анненкирхе и останутся здесь для проекта реставрации, за что мы сердечно благодарим всех организаторов и группу. И вас, потому что вы сегодня те, кто участвует в этой работе. Когда-нибудь мы, знаете, завершим здесь реставрацию, вы сюда придете, посмотрите вокруг и знаете, что скажете? И я это тоже делал, потому что это, и это будет правда, вы в этом тоже участвовали. И что мы видим? Мы видим, как музыка из сильной деструктивной позиции принимает сильную позитивную. И музыка теперь не просто не разрушает, а наоборот созидает. И можете себе представить, как вот эти звуки, которые будут раздаваться со сцены, знаете, как от них вот отлетают такие, знаете, кусочки штукатурки, и здесь по стенам распределяются, потому что этим мы созидаем храм. И это совершеннейшая правда. Но кроме того, что здесь действительно теперь это самая посещаемая лютеранская церковь в России, можете себе представить. Но кроме этого, важно что? Что возродился и духовная жизнь. Я вот, ну, не просто так оделся, я надеюсь, вы догадались, я священник в этой церкви. Да, и возродилось. У нас, более того, часовня не вмещает всех желающих, поэтому в воскресенье нам приходится проводить целых 3 богослужения, потому что духовная жизнь здесь тоже бьет ключом. Мы вас тоже приглашаем приобщиться не только к музыкальной, но приходите к нам и на прочие мероприятия, и духовные в том числе. С удовольствием передаю слово Гюнтеру, руководителю Гёте-института, организатору. Спасибо большое. Добрый вечер от имени Гёте-института.
Спасибо вам, Евгений. Я думаю, что это очень правильно и очень важно, что вы дали нам вот эти объяснения, чтобы мы понимали, в каком замечательном помещении мы сейчас находимся. И на самом деле здесь очень особенная атмосфера. Мне остается лишь сказать вот что. Концерт состоится в рамках недели Германии в Санкт-Петербурге, и он организуется при поддержке правительства Баварии и Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. А сейчас мы можем просить на сцену, на первый их концерт в России. Please welcome on this stage now Monika Roscher, Big Band. Спасибо всем. Thank you.
Добрий вечір, Санкт-Петербург. Thank you very much. We are very happy to be here tonight. This is our first trip to Russia and to St. Petersburg, so we are very excited to be here tonight. And I'm also very happy to have not only a great trumpet player in my band, but also a girl from Siberia, so she knows how to translate. So she will tell you everything in Russian tonight. This is Angela Vitisyan. Soll ich schon anfangen? Okay. Добрый вечер, дорогие гости. Вообще, на самом деле, первый вопрос, стоит переводить или нет? Нет? Отлично, тогда не будем переводить. Okay, great. So you have to listen to my English. Okay, this was our first song tonight, A Failure in Wonderland, about how everything is perfect and then just yourself is not perfect in this world. This was The Failure in Wonderland. And this was Heiko Gehring on the baritone saxophone. So the next song will be Desert. So not desert to eat, but the desert where it's hot. So, oh, this is exciting because I never had an English. I had to tell everything in English, so this will be fun. Okay, it's hot and it's psychedelic, and somebody has not enough water to drink, and he's going to meet the Fata Morgana. That's how we say. I hope you know. Is there a word for Fata Morgana? Is it Fata Morgana? Okay. Yeah. Have fun. It's called Wüste. Имелось в виду. Unseen place, soon be around. Take a deep breath before you step in, 'cause there is anything here to be found. It is all in your mind. Your tricks I don't like. Follow me, you will find. Follow me in your thank you.
Thank you.
Thank you very much. This was Wüste and it was Jan Kiesewetter on the soprano saxophone. The next song is inspired by machines, because there are now already musicians that can play, that are machines, that can play instruments, and they can really improvise very well. And I was scared when I have seen it, because I thought this is not human, but it's correct to call correct playing, but it felt wrong in a sense, and I didn't feel anything about it. So music is more than just playing the right note at the same time. So it must be something human about it. That's what I think. That's the next song, Human Machines. They borrow our freedom, we're too numb to keep. They borrow our hearts, that's exactly what they need. Don't need no reason, 'cause they make us as they please. We need more machines. They plan our lives, 'cause we can't exactly say what's wrong or right, 'cause there are just too many ways I give up to them. 'Cause I'm so scared to see, is this going somewhere that's supposed to be? You'll get the price, gold medallions on your front, they know our names. And everywhere we go, still we're nice. And we say as we are told, 'cause you machines have nothing to fear for.
Thank you.
Thank you very much. This was the wild life of the birds and the ups and downs as a bird. And there was on the trombone Christoph Müller. Then we had on the trumpet Matthias Lindemeyer. And Julian Schunter on the saxophone. And on the didgeridoo, this was Michael Schreiber. In the next song, as you have noticed, we don't play regular jazz standards like swing music. So I was looking around and I went to a techno club. And I thought, well, this might be interesting. We should try something with that. So that's the next song. There's some techno influences. It's called New Ghosts of the Century. Lost his crown and his blood once was golden until the stranger bird who told him we all share the same fate. His own mind poisoned his golden heart, it's caught up and falls apart. My system is close to collapse. By awaiting to act the fate of it.
too. I guess I would have done something if I only Спасибо. This Angela taught us a lot of words. Well, a lot. Right now it's too many people, so I'm too excited to remember. But you know a lot. Now we play a ballade. It's about buying and selling yourself. And future three. Future. And
you are. Voices in your head until we all become the same. Why do we people try to sell ourselves away? Now this is the worst part of the concert, the heaviest piece of the concert, but you have to stay, please. And after this, it's not going to be louder or disharmonically. How do you say? I don't know. It'll be fun. It's my favorite piece. And we talk about, it's about the stock market also, and about helicopters.
This was Jasmin Gundermann on the flute.
Jakob Grimm on the bass trombone. And the guy that makes the weird sounds, this is Hannes Dieterle on the electronics. Matthias Lindermeyer on the trumpet. And on the lead trumpet, this is Felix Blum. And now you, this was the worst part, you survived, and now comes the next next one. Dark shades.
to breathe, fight to swim, fight to be.
Thank you.
magnetized. Stay, oh, I want it to be true. Illusion is one inside dark blue. Tell me who flew among all the others to bring home this new religion, and who could have known? Thank you very much. This was the song called Illusion, and it was Michael Schreiber on the saxophone. Yeah. And before we play our last song for tonight, I want to vorstellen. I want to introduce to you my band. And these are the we start with a trumpet player today, and this is Angela Vitisian. Felix Blum on the lead trumpet, Matthias Lindermeyer, and Jakob Mees. And the trombone player, this is Lukas Barmes, writer. On the lead post sound, Christoph Müller, Christine Harris, and Jakob Grimm. And the saxophones are Heiko Giering, Jan Kiesewetter, Julian Schunter, Michael Schreiber, Jasmin Gundermann. And on the piano there is Johannes Billig. And on the electronics, and also the guy who made the dress, no, it's not a dress, it's the suit, exactly, the suit, who made the suit. It was a big work for two years, and we enjoyed it a lot, and it was a lot of work, and it exists one time on the world. So I'm very happy that Hannes is here with us too. And on the bass is my brother Ferdinand Roscher. And on the drums, Leif Berger. Yeah. And this is the last song for tonight. It's a love song, and we dedicate it to St. Petersburg, because we've been around the city and we really like it a lot. It's very beautiful. When I've Fallen Off. And I want to tell you that we have also two CDs with us. Our band exists for 7 years, and we made two albums. So if you want to take some home with you, they will be around here somewhere. And thanks to Matze, and thanks to the Goethe Institute, and all of you for coming. It's really a pleasure. Thank you.
Thank you.
Thank you.